Всем привет, друзья! Всем привет! Всем привет. Это всем привет. На сегодняшний момент все участники Universe. Кто в нашем телеграме подписан, тот в курсе. Где мы находимся? Быстро, резко. Мы сейчас находимся в арене скейт-парка в Айразе. Зачем? Сегодня здесь будет соревнование, в котором будем следить. Будут кататься наши ребята. Ты что скажешь? Подожди, ты что скажешь? Я надеюсь, что получится у наших ребят и у меня откатать свою попытку и занять нормальные призовые места. У тебя лишь призовые места. Ты же что скажешь, малой? Ну круто, ё-моё. Ладно, у нас есть новость, у нас есть 3 новых участника. Сейчас они появятся за моей спиной. Давайте выходим, ребята. Это первый участник. Это Моргенштерн. Это Ашур, а это Никита Чайковский. Не обращайте внимания, у него есть такая же футболка, новая. Да. Но он сейчас не катается, чтобы откататься в этой. Короче, он потеет в ней, а потом будет кататься чистый. Да, прям так и оставит. Теперь вот этот весь состав Universe на ваших экранах. И мы делаем вещи. Скажем, из ребят, вы чуть позже познакомитесь. Это Никита, это Моргенштерн, это Ашур. Четко. Все, давайте сейчас быстро идем тренироваться. Я вас снимаю и делаем вещи. Делаем, пацаны, говоришь, полетели! Хорошо, такие новые футболочки, это первый мерч, но это тестовый, только для соревнований. Сейчас у нас в разработке другой мерч для всех вас. Да, Сергей? Да. Че ты такой довольный? Че, делаешь сегодня вещи? Жесткие? Ну, давай. На самом деле, Серега у нас травмировался, тут будет сейчас в кадр, как он травмировался. Колено, но он будет на моральных волевых. Че, а ты че не участвуешь? А я че, а я тоже травмировал. Травмировался? Ну ладно, зато ты сегодня у нас судья. Я сегодня сужу, веду, все делаю, что можно. Ну ты четкий, ты крутой. Я согласен. Короче, ребят, вот такая вот обстановка идет. Не так много ребят, но тем не менее шанс у нас есть. Просто посмотрите на этих мужчин, пожалуйста. Как они выделяются. Давай, Никит, быстро на клёп. Трюк какой-нибудь. Да? А что ещё можешь? Ещё первое что-нибудь. Алле. Ребята вон сидят пока, настраиваем их на победу. У нас участвует Вадим, Ашур, Морген, Серый. Это главный судья, и вот еще. Че, Чайковский, но он там отдыхает, ну, все равно отдыхает. Короче. Короче, у него пошла кровь, все перенервничал. Пацаны нервничают просто когда. Четко. Он отвечал, кстати, мы. Че, делаешь сегодня грязь? Нет, я делаю випы и барчики. Все, а ты что у нас делаешь? Ох. Я просто лев. Я випы бары. Последнее место. Оппонент не выезд. Я випы бары буду делать. Ты крутой. Да. Че, давай рубрика трюки с левой сейчас просто. Пацаны, подходите. Давай, брай.
получила. Так, меня зовут Никита, я буду ведущим и судьей. Хочу вас поздравить с первым чемпионатом в Волгограде. Ура! Итак, в общем, мы все будем оценивать ваше испытание в парке и стриту, соответственно. Оценивать мы будем по нескольким критериям. Конечно же, это... Thank you.
Я выезжаю в стройку. Продолжи. Да, быстрее. Да ты чё? Артём, продолжи. Ай, 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 você me dá muito calor.
клубе вместе с Дрейком. Но я не с Дрейком. Я хочу, чтобы они взяли эту боль от меня. Я влюбился в эту схему, в бенда был до утра. Надеюсь, ты меня так любишь, как я люблю тебя. Я умираю, чтобы жить мне тяжелее дышать. Пусть ибо тебя засладят, если я скажу им. Нам любимый, я катаюсь, кинул стакан один. Бензин, не OVO, это бензин, а он с Дрейком. Тут экстендер, магазины, мои клипы, линейка. 2005, первый класс, и я стою на линейке. Я не мог себе представить, что потом буду трепить. Бензин, baby, я об этом, я живу эту жизнь. И становлюсь холоднее, я разучился любить. Я умираю, чтобы жить. Им это не объяснить. И я умру за это shit. А это значит, что я жив. Бензин катает этот бит. Помолился, и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. Бензин на бите, были на плите. Они празднуют тот день, когда я в городе. Я ел доширак, шафель на меня. Сделал длинный путь, могу лить на вулпиньон. Сегодня я не пью, следствие на интервью. Да им нужен тейк, me and what I you. Забрыгнул новый вид, я их на лавеню. Я имею вижу, и я имею вью. Мои друзья сидят, я хочу их видеть тут. Тут все это боль внутри меня, раз они не поймут. За эти деньги нас не меняют, они меняют мут. My homie bonus, я скучаю, увидимся в раю. Что хотели, то купили, но мы не копили. Пару мелов на винир, я теперь газир. Песню рога не текил, получаю скрилл. Поздравляю Кизи, новый дом, он коп мувил. Я влюбился в кассе, не могу закончить сип. Сип, отчим мне сказал, что никогда не просит фип. Делать эти милы, это моя стиль. Бэйби на мне глизит, пора я ее поблизит. Я оставил близко, не кидаю 30. Бензин гэнг офишн, ранее Гуськов министр. Я про деньги мистер, я про деньги быстро. Автомат трансцендер, у него есть хуй и сиськи. Я умираю, чтобы жить. Это не объясни. И я умру за этот shit. А это значит, что я жив. Бензин катает этот бит. Помолился, и я сделал хит. Я умираю, чтобы жить. Я умираю, чтобы жить. There's order!
life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart. Mask up, fuck your mask up.
фамилия. Никто не жаждет аудия. Я всегда нашим игром опьюра. Ставь мне на хвайсел, фок, на хрен. Все хабы, я бы лайк пабы. Мир не тапчи, дэвэ, когда же чабы. Ты вот идешь и вот они永远 набазы. Ты бас лоди, как дотем на хвагуду. Микрофон за шули,永远 то чам бага. А вы не кабы, не фок, ты же дагуду. Мы вот и шипи, не永远 то дагуда. Зайки на осыру, ваха, рап дабала. Когда же мы ее юм, да ави на гюн, вот то, let's go. Во мне ощущаю себя лавери. Мои трусы от Барбери. Нахуй закон, я маверик. My homie сделал robbery. Free homie, он ща в камере. А помнишь, как мы слайдили? Мы снайперы и трапперы. Мы не были богатыми, как те для моей матери. Мы сказочно богаты. Ща я ем краба на завтрак. Потратил пару лям. Ща я не вернулся завтра. Stop on my heat. Pocket full of cheese. Скачу в носках скалы. В зубах горит сплит. Сделал еще хит для этих стрит. Такой белый, don't fuck with me. Да, я пик дела, также money flipper. Они смотрят похуй, когда проходят мимо. Да, мама, я фурила, микрофон пила. Так будет, так сейчас и все останется, как было. 200к, 300к, 500к, миллион. Easy come, easy go, трачу их, let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go. Миллион, 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 миллион. 200к, 300к,
чем у Кали масло. Я не бодибилдер, но мои карманы мускулы. Если я лампы, мы вынычники, вы тусклые. Гарри-гарри, ясно, касса, чтоб не погас, бля. Гарри-гарри, кастрюля, да мы курим газ, бля. Он послушал тейпы, и он превратился в гангста. Я хожу по лину, эти тати моя паства. Мама говорила с нами, фак, это опасно. Индия, кино, тряси жопы тут на раз-два. Да мы курим, ты не куришь, будто раста. Со мной шутерай, два ствола, и это даст два. Динг-донг, тинга-линга-линго. Тут друзья под рук танцуют лимбо. Мы под тиша лайве слышишь динг-донг. Чапа скажет им как лимбо. Сука любит молодого пимпа. Факсы, не ксероксы, не принтер. Они не гэнгста, они просто дырки. Грамы в полотенце, я сушу их после стирки. Чё, Никита, скажешь? Вот прошли соревнования. Это просто что-то с чем. Сейчас увидите тут вот, кого награждают. Ну, пошли. Сначала у нас был парк любителей. Третье место. Челноком Дмитрий. Твой друг. Да, я знаю. Ашут. Да. Потной башкой не надо. Ты что, думаешь, ты выиграл? Конечно. Если. Да, наверное, 100% тип. Да. Первое место. Василий Владимирович. Поздравляем. Я знал. Я так и знал, реально. Такой радостный. Он очень радостный. Не веришь? Жесть. Я в шоке. Сергей сейчас это. Серый. Кожевников Сергей. Короче, ребята, все равно не прошли. И у нас по итогу что получается? Наши ребята забрали все места. Серега в ПРО. Морген второе в ПРО. Третье, извиняюсь. Никита Чайковский, первый в стрит. Вот этот козел занял. Какой ты занял? Ты второй занял в стриту. Малые у нас. Вадим забрал первое место. Ашур второй. Бестрики. Он забрал первое место в стриту. Второй Никит Чайковский в стриту забрал. Ну и, конечно, вы видели, как Морген забрал Бестрики. Короче, как-то так.
Ну чё, вот такой вот мини-день получился. Ладно, все, давайте закрывашку какую-нибудь. Давай, Вадим. Короче, всем пока-пока. Подпишись на все наши соцсети. Вот так мы отдыхаем с командой. Никита спит, Лев там. Дима спит. Малой, Ашур. Морген. Танос наш. Мы не уедем! Мы опаздываем. Четко! А если завтра зайдем, это что, не парик? Какой завтра? Сегодня вечером, Парень там садится. Они ждут свое такси. Мы успели, а вот там ложки, которые остались. Ждите вторую часть. Подписывайтесь на Телеграм, ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы распались! Мы распались. Все, ехало, че мы как уроды стоим? Какова вероятность того, что парни успеют на другие? Никого нет, короче. Короче, ребят, контент начинается в том плане, что ребят нет. Сейчас буду их искать, смотреть. Короче, ждите. Короче, ребят, тут такая ситуация. Вот Лёва, они не успели. Вот Морген. Мы уже едем, и походу нас мы не успели. Сереж, как там твой медведь? Горит? Скажи, что-то. Короче, ребят, снимаю на телефон без всего, только с петличкой. Надеюсь, хотя бы звук нормальный. Ну что, будем искать наших ребят. Вот они. Что делать там? 150, блин, ты посмотри, как я ремень одел. У меня нас должен... нам сказали ремни снимать просто. Я тебе ничего не говорю, не бойся. Нас дядя Вадим отведет. Дядя Вадим отведет нас. Мелкого Вадима. Ну что, дорогие друзья, вот они, бедолаги на месте. Вот, сейчас мы идем заселяться на новую квартиру, чтобы парни посидели немножко, а вечером стартанули домой. Короче, вернулись мы на свою квартиру таким составом. Сережка уже отошел немножко. Вот, просто он ответственный парень, немножко переживает, что не уедем. Но парни уедут сегодня. Извиняюсь, не сегодня, а завтра утром, рано, 7:30. Вот. Короче, как-то так, мы даже не покатаемся, на улице дождь. Сегодня все против нас, точнее против них. Ну и меня в том числе, получается.
Короче, все, мы на хате приехали. Будем сейчас кайфовать. Это влог. Пацанами вот так. С такой вот погодкой. Как-то вообще не скидывает. Идем в машину сейчас. Так вот у нас есть Сергей. Потом куда поедете? В парк, конечно. Когда с собой? Chasing after bags, now I got a game plan, and I'm out here with them.